Всем доброе утро. Сегодня у нас 8 марта, и жена пошутила тогда, сказала, икру красную хочу на завтрак. Но я вчера пошел, секретно купил икры красные, и сегодня вот хлеб специальный, маслечко. И завтракаем мы икрой красной и полчашечки черно-зеленого чая. Всех девушки уже, правда, видео будет в записи, но все равно... Мы вас любим каждый день, а не по праздникам на 8 марта и там День Валентина влюбленных, а каждый день. Поэтому счастья, здоровья и любви вам. И приятного аппетита всем. Десять ноль ноль, мой перекус. У меня сегодня мой любимый морковно-творожный пирог, который я делаю сам. Вот такой он красивый у меня всегда получается. Со сметанкой 15%. Очень вкусный, с апельсиновым вкусом. Я добавляю апельсиновую цедру. И морковки практически не чувствуется. Чашечка черного кофе, 2 ложечки молока туда налито и пол ложечки сахара. Вот такой кофе. Приятного всем аппетита. 13:50. Наша мама 8 марта на работе. Но мы с Максом решили продолжать праздновать. И поэтому сделали себе вот такие вот классные бутербродики. Булочка вот эта, которая вы, это специально мягенькая, свеженькая, специально хлебзавод печет ее. И тут всего лишь 60 грамм в этой булочке, так что не сильно это будет калорийно. Тут же две котлетки наши. Алла делала филе куриное с сельдерейчиком, плюс морковочка, немножко кетчупа, бурьена в виде укропа. И все это сыром покрыто, запеклось в духовочке чуть-чуть, прогрело, чтобы сыр подта. И сверху маслинки без косточек положил. Смотрите, какая красота и вкуснота. Скажите, что не праздничное блюдо. Приятного всем аппетита. 18:00, мой перекус. У меня сегодня вместо ужина получается. Я съем яблочко и йогурт домашний. Сделал я натуральный, вот он такой густой-густой, вкусненький, правда, еще не остыл, теплый я его утром сделал. Рецепт, как я делаю йогурт, есть на моем канале, и йогурт, и кефир, как я делаю из простых продуктов. Так, смотрите, почему у меня перекус на 6 вечера перенесен, потому что сегодня 8 марта, и мы ждем жену, она до 8 работает, мы встретим потом, и получается... У нас где-то ближе к 9 уже будет ужин такой праздничный себе. Поэтому мы решили с Максом перекусить сейчас, потом уже вместе поужинать. И ничего страшного в этом нету, ребят. Можно и так сделать. Праздник. Приятного всем аппетита. 20:50. А вот наш ужин праздничный. Вот такая вот пицца у меня сегодня получилась. Уже, знаете, более реальная. К настоящей, с маслинами, лучок зажаренный там, курочка отварная, а потом немного обжаренная вместе с лучком, морковка по-корейски, немножко кетчупа, сыр, укропчик. Ну и основу вы видели на втором канале, у меня есть видео, как делается эта пицца на сковороде. Вот 1/3 пиццы у меня в тарелке, вот. Стаканчик вина выпью за здоровье жены и всех женщин на целом свете. И за ваше здоровье тоже выпью. И вот она моя свечка, видите, пригодилась, светится, ароматизирована. Тоже есть, как ее сделать на втором канале. Все, ребят, еще раз вам желаю крепкого здоровья, самого крепкого здоровья, красоты и стройности. Ну, а на сегодня все. Всем пока-пока. Ищите нас на ютубе под хэштегом Жирукопять. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.